Здравствуйте. 13 октября, 28 лунный день. В этот день велика вероятность чрезвычайных происшествий. День благоприятен для разрешения тяжбы, усмирения злых намерений, для всех влиятельных действий. Неблагоприятен для операции, привода невесты в дом. День благоприятен для людей, родись в год коровы, тигра и зайца. Неблагоприятен годам мыши и свиней. Ребенок, родившийся в этот день, будет многоречивым, материально зависимым, с талантом, прикладным искусством. В этот день неугийском доцанец хворон Цидо за долголетие. Будьте бдительными.